Ir aš norėjau pasveikinti atvykus į Lietuvos kultūros instituto iniciatyvą organizuoti renginį, prie kurio prisidėjo ir Vilniaus Rusų kultūros centras, tai čia nu, aš centra visą vaidmenį ir Rusijos Vilnių. Tai mes norėtume pakviesti jūs šiandien pasišnekėti su inestrana literatūra Litva Stop. Žurnalo vertėjais, vyriausių Aleksandrų Vienkartų, vertėjais Ana Gerasimova Auka, Tomu Čepaičiu, Marija Čepaitytė, kuri šiandien vadovaus vam. Tai, возможно, все то же самое по-русски, да? Да, конечно. Обязательно. Да, конечно, мы по-русски. Я очень рада, что, несмотря на книжную ярмарку, мы смогли все-таки сюда собраться и представить номер иностранной литературы, посвященный столетию Литвы, Литовской Республики. И приглашаю обсудить этот номер в кругу главного редактора Александра Геворганта, переводчиков Томаса Чапайтиса, Марии Чапайтите, Анны Герасимовны. Спасибо. Тогда мы, многие из вас, наверное, были и на презентации первого номера, а может и не были. Но во всяком случае наши переводчики, которые здесь сидят, я вспоминаю 15-й год, и как мы все тут сидим почти в том же составе, но не во время книжной ярмарки. И поэтому людей было больше. Но это не важно. Нам дороги мы все вы, кто пришел. Что? Что же мы опять нажать? Нет. Мы очень хорошо все делаем. Благодаря Институту культуры Литвы у нас есть замечательный гость, Александр Яковлевич Левергант, который выпускает уже второй литовский журнал, то есть журнал о литовской литературе. Журнала «Иностранная литература», который очень известен и в Москве, и в России, и был известен еще в советское время. И для нас в 2015 году была большая честь, что мы сумели выпустить первый журнал о литовской литературе. Сейчас это уже второй журнал, и поэтому первое слово Александру Яковлевичу, ну не знаю, можно рассказать, например, как вы делаете вообще журнал национальной литературы для начала. Спасибо, Мария. Мария продемонстрировала чудеса скромности и сказав, собственно, самое главное, что она является составителем этого номера. Вот. Номер этот действительно филигранно составлен, он очень интересен, в нем удивительно соблюдена мера прозы, поэзии, документалистики. И вы знаете, этот номер, если вы помните, если вы знакомы с предыдущим литовским номером, это в принципе совершенно другой номер. Если номер трехлетней давности, трехлетней давности был посвящен главным образом современной литературе, то этот номер носит такой скорее историческо-ностальгический характер, ведь он посвящен столетию. Вот номер и называется «Литва 100», так вот мы придумали его назвать, и он посвящен, вообще говоря, произведениям литовских авторов, которые русскому читателю в принципе либо не знакомы вообще, либо знакомы очень мало. Мы знаем с вами прекрасно, что в советское время журнал «Дружба народов» печатал литовских писателей, но все это были писатели уже, так сказать, времени советской Литвы. А вот то, что происходило с 1918 года по, соответственно, 40-й, вот, нашему читателю было малоизвестно. Поэтому тут в этом номере заложен некоторый парадокс. Парадокс заключается в том, что, может быть, вам большинство авторов неизвестно, а вот для русского читателя это номер, эти авторы, этот набор авторов известен очень мало.
И здесь есть очень много любопытных вещей, о которых гораздо лучше скажет Мария, а я, отвечая на заданный вам вопрос, могу рассказать несколько слов о таком длительном нашем проекте, проекте журнала, который называется «Специальные номера». Мы действительно за последние годы, прямо скажем, лет за 15-20, выпустили огромное количество национальных номеров. Что это такое? Это такие антологии современной национальной литературы, где представлены известные, а порой совершенно неизвестные авторы, соответственно, из Франции, Англии, Соединенных Штатов, Германии, а также из стран, чья литература в принципе очень мало известна российскому читателю. И без иностранной литературы, могу сказать без ложной скромности, они так и не были известны. И надо сказать, что этот проект, на удивление, на редкость выгоден обеим сторонам. И тем, кто поддерживает это наше начинание, то есть культурным институциям и посольствам, потому что мы действительно пропагандируем литературу, порой очень сильную, и в России совершенно неизвестную. И, конечно, выгодно это нам, потому что мы получаем гранты, субсидии, как было и в этот раз. И, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Институту культуры Литовской Республики, которая нас поддержала, и на этот раз тоже. Первый литовский номер был издан тоже при поддержке института. Так что огромное им спасибо. И еще я хочу сказать об одной вещи, тоже может быть любопытной, забавной. Дело в том, что в свое время было такое нелепое подразделение среди литературных журналов, которые занимались переводом зарубежной литературы. Зарубежная литература делилась, вы, может быть, слышали про это, на так называемое ближнее зарубежье и дальнее зарубежье. Существовала такая смешная демаркационная линия, через которую не могли переступить ни иностранная литература, ни дружба народов. Дружба народов занималась литературами прибалтийскими, армянской, грузинской, узбекской и так далее, в советское время. Мы же занимались так называемым дальним зарубежьем. Ну, вы понимаете, насколько это... А вот ближнее и есть дружба народа. Советские республики. Ну, а Болгария, да? Это дальнее. Вот. И теперь это все перемешалось, и иностранная литература печатает теперь очень многих авторов, которые раньше относились к так называемому ближнему зарубежью. Почему я об этом заговорил? Потому что литовская литература для нашего журнала и для нашего читателя в известном смысле расколдовалась. Теперь мы воспринимаем ее как литературу зарубежную, которую мы печатаем и стихи, и прозу наряду с произведениями английской, американской, немецкой, испанской и другой литературы. Поэтому в регулярных номерах нашего журнала литовские авторы начинают встречаться, публиковаться. И мы этому обстоятельству очень рады, потому что мы сами, в сущности, очень плохо знали литовскую литературу, особенно, как я уже сказал, литовскую литературу с 20-х и 30-х годов. И вот поэтому для нас это тоже несомненное открытие. И в заключение еще раз огромная благодарность сидящим здесь рядом со мной в зале переводчикам, авторам статей, документальной литературы, которые участвовали в этом номере. Ну и еще раз Марии Чехайте. Спасибо большое. В зале я покажу, да, много переводчиков, и я попрошу каждого что-то рассказать. Но тут у нас как бы из чего состоит номер, вы увидите, но Александр Яковлевич еще забыл сказать, что именно начиная с этого номера вы увидите в
среди членов Международного совета Томаса Венклова. Именно начиная с этого номера, потому что они были. Сегодня кто ждал Томаса Венклова, то, к сожалению, кто не знает, не дождётся. Вместо него Томас Чапайтис, например, сидит. Да, потому что он назначил выступить и здесь, и на книжной ярмарке в 6 часов. Главное, что даже время. Значит, он там выступает, вот. А мы здесь. Вот, значит, это вы забыли сказать. А про довоенную я бы не сказала, что я могла бы вообще сделать хоть какую-то антологию межвоенной литературы литовской. Это была страшная задача. И меня спас роман «Имени Янушити», который, слава богу, именно из-за этого номера теперь читают в Литве. Раньше его никто не читал. Я не видела почти людей, которые бы его читали. А теперь, поскольку все услышали, что он опубликован по-русски, все бросились его читать, хотя он переиздан в 2011 году. Это роман 1938 года. По-моему, очаровательный и очень хорошо представляющий Литву как раз вот на излете уже последнего, последний год, можно сказать, Литвы, который мне подсказала посмотреть литературовед Сальвейга Даугердальте, потому что вот чем отличается прошлый номер и этот? В прошлом номере мне очень помогал Институт литовской литературы и фольклора для отбора произведений. И этот номер получилось, что, во-первых, делался быстрее, во-вторых, ну как-то мне надо было много решать самой. Все решили, что я уже выросла, и после того номера 15-го года я все умею сама. Но если бы не было романа «Люни и Мущити», потому что я честно перечитывала литературу довоенную и поняла, что сейчас ее переводить и печатать довольно сложно. Мне понравился писатель Петр Свирка, весь переведенный на русский язык. Одно из условий журнала иностранной литературы – никогда не печатать того, что уже было напечатано по-русски. Это как сказки «Железные башмаки». Хочешь, не хочешь, напечатать не можешь. Поэзию вы еще разрешаете какой-нибудь второй перевод. Новый перевод. Проза, наверное. У нас даже есть такая рубрика «Переперевод». Да. «Переперевод», да. Но как бы вот так было сложно. И поэтому о романе «Люни Янушити» я прошу сказать слово своего брата, вот Томас. Да, скажи, пожалуйста, как ты относишься к Люне после того, как ты ее перевел? Ну, мне ее немножко жалко, потому что я так не доперевел. Если кто захочет книжку издать, какие-то интонации, я не поймал, больше в сторону смеха туда меня повело. Потому что я, как человек этой пошлой современной культуры, сразу купился на то, что она перевела «Золотого теленка», и думал в этом стиле, значит, ее делать. А там такая грусть неподдельная. Но по-русски эту грусть даже нету регистров, которые она. Это такая вот литовская грусть, которая, ну, сложно, но можно. Литовская что... смеха тоже нет регистров. Ну, почему? Ну, так. Ну, можно. Нет, ну ты переводил «Рискос», это все смеялись в Москве, да. Ну да, там много всяких у нее. И вот в передачу делал с нами библиотека Мажвидаса, я там высказал не глупую мысль, что это представитель, флагман, можно сказать, нашей литовской духовности Янушити. И это у нас там на деньгах даже был ведунас там, или вот католические философы. Но это ни в какое сравнение не идет именно с ней, которая сама собой. Вот такие литовцы они. И там литовцы изображены с их ругательствами, с их манерой, значит, кроме как морду набить друг другу, иначе общаться невозможно. Ни в Париже, ни в Каунсе. Это такое словесное морду. Ну, да. Да. Или так как-то слишком сладко, или так вот так. Это, вот я не знаю, тоже родились литовцами, теперь, значит, расхлебывая это дело. И к этому последнему высказыванию я хочу прибавить, что вот почему-то мы здесь сидим, а прекрасные переводчики тоже номера сидят там, а и потому что я их вызову, да, и ты будешь выступать. А ты будешь, я буду вызывать, а ты будешь выступать в стул. О, хорошо. Это семейное. Да, я хотел прибавить вот к замечательному вступлению главного редактора, что еще третий подвид
имеется. Я тут безродными иностранцами занимался в прошлом году и нашел, что в балтийских странах, кроме русских, их довольно немного. А у нас была известна, может быть, некоторым из вас мама Наталья Ленина Травы, которая в этом богословенном краю, как он назывался, как называется, богоспасаемый Вильнюс, так сказать. Да, она 10 лет жила, три слова, по-моему, изучила. И вот я думаю, если бы вот вышел номер, а мы бы ей сказали, мы специально, чтобы она не понимала, говорили по-литовски, в общем, нехорошо сели. А вот мама, что пишут литовцы, посмотри, они не такие страшные, как тебе кажется. И мы бы таким образом помогли ей жить. Да, потому что много вот в скандинавских странах навалом, арабов там этих вот, даже, можно сказать, этих мультиколов, как их называют. А у нас пока я нашел одного китайца в Риге. Он писал, ваш голос, ваше письмо было как крик спасителя в темном лесу. Я говорю, а вы латышского пытались что-нибудь переводить? Ну, это был бы английский Чакс, у них есть Чак такой поэт замечательный. Потому что я не знаю, да. То есть он никак не контактирует. Он остается полностью китайцем, полной Латвии. Вот такая штука. Ну, а тут же вот диаспора, так что, может, кому-то интересно почитать, если кто так же крепок, как наша мама, и не выучил до сих пор этого языка. Да. Это... Про Инушити, что я говорю? Ну да, это вот, значит, наши духовные. И что там еще? Ну скажи, Полин. Так что я могу сказать? Тебе задают интересный вопрос. Как же ты мальчик привел девочку? И как это девочку. У вас там срастается? Я всегда на это отвечаю, как же я девочку привожу мальчиков. Это проще. Ну, как же? Девочка, я не знаю. Я тоже такой мальчик своеобразный. Я предпочитал в куклы играть, хотя выходил во двор, оглашал военным криком окрестности, бросал бомбу другую и возвращался к куклам медведи играть. Так что женская психология мне, для меня яснее ясного, в общем-то, и никаких секретов. Но Люня, она такая вот, да, я думаю, что больше, вот Аша у него похожа была, есть такой, ну, русский. Да, похожа даже, да. Они такие европейки. Европейки. Для них это не вот эта Европа нынешняя, это никак не удивляет, они полностью и даже. И я должен сказать, что провинциальных девушек много таких, потому что они там начитаются, потом приедут в столицу, видят ее, так сказать, глубокое падение моральное, и потом как-то вот они. Как это по книгам, как создают впечатление, потом даже лучше знают Париж, чем парижане. И у него там Париж очень хорошо описан в таких метафорах интересных, про какие-то сморщенные старенькие листики, которые можно. Вот. Что это хотел сказать-то? Ну вот. Да, и ситуации. Сама Литва описана, потому что кто ее знает, какая она была Литва. Там вот эти полицейские все. Я лучше теперь знаю ту Литву, чем эту. Не знаю, как тут уже подойдешь к полицейскому, им надо перед ним играть, то ли европейцы, то ли там что вот. А что так к полицейскому-то пошел? Ну, я по старой привычке сдавался. Ну вот, Люня. И действительно, как ее здесь. Уж как-то с возрастом не реагируешь на эти очень обидные все-таки дела с этими выгоняниями из союзов всяких, хотя что ж, союз это не центр мира. Это вы прочитаете. Да, я выгнал из союза писателей. За это. А за что? Ну я не нашел объяснений, потому что она хвост укрутила и все. Но это как у нас была ландуха такая, она негра родила в 11 классе. Банда, дочь актера была. И все удивлялись. И, значит, а другая родила совершенно не негра, а литовца в 11-м тоже классе.
Так ту, которая родила негра, ее больше обижали, там, вызывали, и это самое. Но в то же время как-то так почтительно, значит, удивлялись, что как тебе удалось заяц некоторых такой шельму хотели, да он не разрешает. И, ну, тут я не знаю, как... Для этого надо, вы не очень понимаете, о чем речь, надо прочитать роман. Да. Но обычно здесь как-то, ну, как какой-нибудь, я бы сказал, Эмма Кабардино Балкарии, в общем, как-то берегли кровь, потому что что у нас есть? Язык, и вот, чтобы не мешаться со всякими там. Ну, да. Не при нас будет сказано. Да. Ну, это вот такие, да, что, ну, надо знать какую-то предысторию, об этом не внушите. Что мне понравилось еще? А, да, вот у нее есть фрагменты, которые... мне звонила, вот была передача на «Свободной Европе», и звонит как человек, он говорит, вот можно вас спросить, а я в Мюнхене нахожусь. Вместе с роботом там праздник устраивал. И он говорит, вот вы там, а вам не обидно, почему-то он спросил. Вам не обидно. Свобода, это свобода, да. А, я по старой памяти. Хорошо, что немецкая волна не сказала. И там... Можно вопрос, да, вам не обидно за Литву? Почему-то он, вроде его просили не то спросить, но он почему-то так спросил. А почему мне должно быть обидно? Ну вот она смеется там, пишет об этом. Я говорю, а мне там присесть негде, не ту гостиницу мне как-то взяли. Там две гостиницы с тем же названием, Deutsche Theater. И я там должен мотаться. Хочу на подоконник присесть, а там какие-то такие... Ну, не присядешь там никак на этот подоконник, торчат. И я думаю, ну, капитализм, ну, Сочи, Бавария, самая богатая страна Европы. Все ходят в шортах кожаных и, так сказать, играют на чем-то. Вот. И я говорю, так я бы больше сказал, а что она плохо-то говорит? Она же жалеет, как бы, ей, ну, больно за страну. Вот о чем я вначале говорил, может, мне не удалось эту боль передать, но это трудно передать. И действительно... что вот памятники ненужные открывают, вот так живет маленькая страна, не может сама с собой разобраться, а вроде бы хорошо начинала, а так все грустно выходит. Да, и вот на этой передаче в Машевой библиотеке сестра хорошо, по-моему, по этому поводу сказала, что она патриотка, мне нравится ее патриотизм. Но вот представление о патриотизме оно другое, ура, патриотизм. И вот это вот настоящий патриотизм, ей больно, но у нас так изображают во всех странах, наверное, она аффектирована как-то изображать это, что вот больно, если... А она так с печалью, смехом, но другим, чем у Тэффи. Вот как это все, это очень тонкие вещи. Вот она такая патриотка и все. И вот герой, я надеюсь... литовской литературы. Но эти все романы хорошие, с юмором, которые, они все равно проходят вторым планом в истории литературы. Даже Стерн, вот Лоренс, из которого вся вышла вообще европейская литература, он все равно где-то там вторым планом сейчас? Идет. Да, Стерн, на каком он сейчас? Он второй, как бы, план. Да, а? Не знаю, потому для что... кого, для кого как. Для кого? Для кого-то он абсолютно первый. Ну, потому что вот несерьезно. Есть какое-то представление, как что-то серьезно надо писать. И в Литве он довольно крепко. Что-то серьезно написал, там, Рим Таит, Чата и Даликас Римтас. Вот это он, значит, зарядил это серьезно. Это что, непонятно, шутит она, что ли? Ну, пусть определится девушка. Вот она не определилась. Ну вот, извините, что я задержал ваше внимание. Спасибо большое, дорогой брат. Тут для того, чтобы больше было понятно о том, что номер не только как бы состоит из этого романа, я думаю, что можно сейчас пригласить, а ты уступишь место. Да. Я уступлю. Ну, да. Можно стульчик. Рассказать о письмах Балтрушайтиса, потому что сбылась моя мечта, например. В этом номере напечатаны письма Балтрушайтиса, который был и русским поэтом, до этого русским поэтом, а тут он стал литовским дипломатом, и письма Балтрушайтиса из Москвы 20-21 года.
И вот я бы очень попросила Юлию Снежко, если с можно. С очень прозорливыми взглядами. Да, да. Чуть-чуть, вы можете даже чуть-чуть, вот самые понравившиеся вам цитаты просто, расскажите, где они находятся и что это такое. Вот про это, пожалуйста. Добрый вечер. Юлия Снежко подобрала письма Балтрушайтис из литовских архивов и перевела. Ну вот Юлия Балтрушайтис совсем другая фигура, если сравнить с Юня. Она такая вся с юмором смешная, то Балтрушайтис – это полный антоним. Он серьезный и молчаливый, как гора. И весь философский, серьезный. Ну, вы знаете, что Юлгис Балтрушайтис стала представителем Литвы, был руководителем специальной миссии в Москве в 20-м году и потом уже стал послом Литвы в России в 1922 году и проработал в этой должности до 1939 года. По поводу его дипломатической переписки. Это одна часть жизни Балтрушайтиса, другая его частная переписка, личная, которая совсем другая, и уже частично она была опубликована. И его частная переписка, она очень-очень поэтичная, немного метафор, эпитетов, где обсуждаются всякие вопросы эстетики, философии. Дипломатическая переписка, ну, казалось бы, что может быть в ней такого особенного и интересного, потому что сам жанр предполагает, что будут решаться сухие деловые вопросы. И действительно, многие письма состоят из очень коротких взреток. Что вы скажете по поводу четвертого пункта такого-то договора? Нужно изменить формулировку. И вот там много-много писем посвящено этому вопросу. Но это только часть переписки. Есть много других писем. А, кстати, вот эти письма, которые опубликованы здесь, они взяты из Литовского центрального государственного архива. И на литовском языке они тоже никогда не опубликовались. Есть только отдельные цитаты в работах авторов, которые частично исследовали его дипломатическую деятельность. Но они достойны того, чтобы быть отдельно изданными и опубликованными. Потому что многие письма, они представляют и более широкий историко-культурный интерес, а не только для узкой сферы дипломатии. И Балтрушайтис в них высказывается по очень многим вопросам, и которые актуальны до сих пор. Это, во-первых, отношения Литва и Польша, Литва, Германия, Литва, Россия, Литва, Франция. Отношения России ко всем тем же самым государствам. Отношения России к ее дальнему, как сказать, востоку, Дальний Восток, Владивосток, я имею в виду. Россия-Иран, Россия-Кавказ и многие-многие вопросы. Если опубликована только маленькая часть, где Балтрушайтис высказывает свое мнение о том, как он видит ситуацию России на то время. И говоря еще о его деятельности, и тогда, в межвоенное время, и до сих пор, ну, встречаются мнения, как бы, а на кого Балтрушайтис все-таки больше работал, на Литву или на Россию? Ведь все равно больше свою часть жизни прожил там. И здесь, наверное, однозначно нельзя ответить на этот вопрос. Но главное, что он все-таки хотел, чтобы отношения между странами были нормальными, учитывая, насколько сложный был тогда период и насколько сложными были эти отношения. Он много пишет о большевиках. Никакой иллюзии по отношению к политике Советского Союза он не испытывал, никаких иллюзий по отношению потом уже Германии и зарождающемуся фашизму. У него есть ряд писем, где он пишет свое мнение о Гитлере и о фашизме. Он очень переживал из-за того, что к власти пришли большевики, к тому, что там происходит. Но его главная мысль заключается в том, в этих письмах, что несмотря на большевизм, Россия, как пишет, использует такую метафору, как трава пробилась из-под коммунизма и как-то она сумела вырасти и сумела сохраниться. Тогда многие страны списывали Россию со счетов, что после Первой мировой войны, ну все, это конец, и Россия никакой роли играть не будет. А Балтрушайтис как раз подчеркивал наоборот, что с ней необходимо будет считаться, ну, в разных смыслах слова, и учитывать ее как серьезного политического актора на сцене.
Ну, это по поводу вообще политики, но еще есть много у него интересных писем про вообще, как жило литовское посольство в Москве, как там было сложно, о интригах, которые были там и которые он тоже был вынужден решать. Есть много-много писем по поводу заключенных, ведь это была прямая обязанность Балтрушайтиса заботиться о том, чтобы литовских заключенных или ссыльных привезти обратно в Литву. Потом много писем, например, также... есть такие забавные письма, например, о том, что Литва, я сейчас не скажу название института, допустим, там биология, хотела провести эксперимент и выпустить скворцов, литовских скворцов на территории России, чтобы они... и посмотреть, куда они полетят. И нужно было это все согласовать, вот этих скворцов, чтобы дали разрешение выпустить, и чтобы они прилетели. Да. Ну да, там такая была целая переписка по поводу скворцов. Но они улетели А там уже история умалчивает. Главное, нужно было получить разрешение, чтобы в Петербурге их выпустить. Интересно. Очень интересно. Да, вот такие всякие подробности. Или, например, давайте... Да. Еще есть, например, любопытная просьба ремарки жена Лазарайтиса, по-моему, всегда просит его, чтобы Балтрушайтис писал икру по возможности. Да, это всегда. Ой, ну, или с Аказии бы привез. То есть то, что я хочу сказать, эта переписка, она большая и разная. И есть и сухая, и так называемая не очень сухая. Ну, можешь что-нибудь зачитать? Или... Может быть, вы зачитаете то, что вам понравилось? Нет, ну, я больше сейчас... всего люблю то, что я повторяю. Такое вот... те, кто не понимает тактики и способов деятельности большевиков, кто удивляется, как эта Россия все еще может жить и дышать, должны помнить следующее. Когда в котле остается мало жидкости, нужно наклонить его, и тогда может быть, можно будет зачерпнуть не один полный черпак. Это большевики и проделывают с экономической и политической жизнью России. 1921. Много очень, много перлов таких разбросанных. Я очень желаю, чтобы как-то удалось сделать литовскую публикацию вот этих писем Юлии, потому что это первое, это только начало работы Юлии над письмами. Если получится. И, кстати, если бы вы перевели, сделали приводную книжку. Да. Это было бы, да, было да, бы здорово, да, было бы здорово, я да, думаю, это для России очень важно. В России нашел чем читатель, конечно. Конечно, потому что это уникальный взгляд на Россию изнутри, но со стороны. Да. Потому что он имеет в виду, как Литва на это посмотрит, поэтому у него есть вот эта нужная остроенность сарказма. Да, мне очень интересно то, что, да, это часть переписки на литовском, но он переписывался и с российским функционером на русском языке, то есть эта известность распадается на несколько частей. И с английскими послами переписывался на английском, и наверняка с французскими на французском. Да-да-да, он очень известен был в дипломатическом корпусе, потому что он переводил всем дипломатам западным с советского языка на нормальный. Да, чтобы они поняли. Они вообще не понимали, о чем идет речь, а он как поднаторевший в русской жизни, а при этом он же был первым председателем Советского союза писателей. Прямо вот до этого, да. Он уже много достаточно общался, чтобы понимать этот язык и переводить его дипломатом вот, на человеческий язык. Да. И поэтому он известен, он написан, вот я не помню, я просто читала, что он написан в многих воспоминаниях дипломатов, как раз да, послереволюционных, как помощник. Да, кстати, о Балтрушайтисе и не только о нем. В этом номере есть еще один мотив, очень лестный для литовского национального самосознания. Это вот поразительное умение литовцев взращивать свой талант и себя в чужих обстоятельствах, за границей. Довольно много материалов. Вообще, одна из основных тем этого номера – это литовцы за границей. И надо сказать, что тема эта очень интересная и для меня была совершенно неожиданная и новая. Ну, когда начинаешь собирать то, что было в довоенной Литве, упираешься в то, что... А потом они все уехали, так что ничего тут... Да, да. То есть, вот Балтрушайтис как раз... Ну, вот из такого замечательного, которого никогда не замечалось, такой переклички, что когда я взяла воспоминания Пятраса Климаса об Оскаре Милоше, поскольку он известен в России, но мало, то скорее как дядя Чеслова.
то оказалось, что Оскар Милош умер весной 1939-го в Париже, и именно в этот момент туда приезжает Юргис Балтрушайтис. Да, и начинает работать во Франции, потому что он прекрасно знает, чем закончится 1939 год. Будучи дипломатом, он хорошо понимал, что надо бежать из России, потому что вот это вот уже все. Ну что, его, знаете, перебью, по-моему, ближайший сотрудник посольства литовского, потом он был убит. Да. И в 1939-м он уехал срочно во Францию, его давно приглашали, чтобы он был советником в посольстве именно во Франции, потому что там уже давно его сын уже, по-моему, преподавал в Сорбонне, искусствоведение. То есть у него вся семья была практически в Париже. И вот он уезжает, в этот момент умирает Чеслав Милош, и как-то такое получается, Оскар. И получается такая вот перекличка, да. Тут много перекличек в этом Нобеле. Спасибо огромное, Юлия. И вот тут у нас Аня сидит, да, и ждет, да. И вместо того, чтобы читать поэтов, которые напечатаны, например, Ника Ньюнаса, рассказать про интервью с Томасом Венслоу, потому что вроде бы мы сейчас вот можем рассказать, вроде бы Томас согласился сегодня, что мы издадим в маленьком издательстве его все интервью, и Аня переведет. Здесь есть один из фрагментов интервью, это книга издана по-литовски, интервью с Эллен Хинси. По-русски ее пытались много где издать, это огромная книга, вот сейчас было такое предложение от издательства выпустить ее тетрадками. Тетрадками. Мы потом это обсудим. Да. Тетрадками. Он согласен. То есть для русского читателя это будут по несколько вот этих. Вот он согласен, говорит, только бы вышло по-русски. Так что вот мы, Аня переводила в своей книге Метелинга про детство, кусок. Потом в журнале 15-го года был кусок «Москва 60-х». А сейчас в этом журнале это он тоже скорее, это диссидентство в Литве, но она тоже очень связана с русским диссидентством. Но вообще вот, и вот сейчас вот, я надеюсь, что вы, Аня, все это доделаете. Так могли бы рассказать о том, если... Мы решили с вами на выставку. А потому что ты сейчас начнешь по-татскому. Да, еще Аня замечательно совершенно перевела, и нам автор нас просит, и я выпущу за свои деньги, если я никого не найду. Потому что Кашубене, тут есть переписка, кто читает по-литовски, знает. Переписка, очень хочется его назвать Александрусом, просто каждый раз. Альбердеса Юлиуса Греймаса с Александрой Кашубене. Кто читал ее по-литовски, знает, как это потрясающая книга. Я сюда вставила очень маленький фрагмент писем и попросила Аню перевести, получила замечательно. А кроме того, Александра жива, она 23-го года рождения. Я с ней переписываюсь, и она хочет, чтобы книга вышла на русском. Так что уже просто почитайте. Мы где-то в Москве на ярмарке нонфикшн читали с Аней, Аня за Греймаса. Да, на два голоса. Аня за Греймаса, я за Кашубене. И, конечно, это будет замечательная книга, потому что у Ани куча работы, и поэтому она сейчас совсем не про номер будет говорить, а про другое. Я хотела, да, можно, да, говорить уже? Да, можно. Я сейчас, видите, какая штука. Я перевожу сейчас, уже почти перевела, книжку Ирены Лисайки, которую вы все знаете, ее здесь представляли недавно, ну, когда она вышла. Вот эта «Жизнь должна быть чистой», и там последняя глава, она даже у меня была несколько слишком длинной, потому что это глава про фонд Сороса, про фонд «Открытая Литва», в котором Ирена работала, и совершенно не покладая рук, и очень честно, искренне всячески боролась за открытую европейскую Литву, но много сделала, много вложила, и в результате, в общем, очень много получилось. А фонда самого больше нет. Ну, неважно, это такая история. И я как-то всю ночь спя, и потом не спя, и вдруг я думала. Я думала про открытую Литву. Потому что вот это наша тема, Россия, Литва, восприятие Литвы в России и так далее, да? Это такая для нас, для всех немножко болезненная тема. И если ваша мама 10 лет жила в Вильнюсе и не учила литовский язык,
Моя мама, почему? Наоборот, в Вильнюсе не жила, а литовский язык знала, да? И тут вот такая, и тоже считала это какой-то богоспасаемой местностью, и как-то ей было здесь очень хорошо, очень она его любила, но не важно. И Литву любила. Но речь не об этом, да? Значит, я вдруг сегодня, едучи в транспорте, подумала и говорю, не может Литва быть открытой. Литва может быть только закрытой. То есть в хорошем смысле. Это будет непопулярное с моей точки зрения, наверное, рассуждение. Я очень люблю Литву, очень люблю Вильнюс. Чем я больше здесь нахожусь, чем я лучше знаю этот язык, чем я больше перевожу, чем я больше знаю литовцев, и чем я больше с ними дружу, тем я больше понимаю, что это очень закрытая для чужака сфера. Это совершенно лесной такой менталитет, в хорошем смысле слова. Он таким остался. И литовец это, собственно говоря, ну, не знаю, некоторые говорят, что русское тотемное животное медведь, да, другие враги утверждают, что, например, свинья там. Да, ну и у разного народа есть какие-то свои тотемные животные. Я думаю, что литовское тотемное животное – это волк. А не ежик? Нет, не ежик. Железный, неважно какой, может быть, с колючками, может быть, без колючек, хороший, добрый. Замечательный волк, дружит с нами несчастными ежиками или какими-то зайцами, которые прискакали вот откуда-то, такие без рода, без племени, такие, мы ваши друзья, мы свои, мы, давайте, волк говорит, да, вы хорошие ребята, заходите, я вот там плюшек налью вам, там, не знаю, трубкини там какой-нибудь, и вообще буду с вами дружить, лапу вам пожимать, улыбаться, очень хорошо, я вас не съем, вообще ни разу ложитесь спать, я вас не обижу, да. Но, в общем, сказать, что вы свои, я не скажу так. И вот моя лично мама, раз уж у нас тут такой между собойчик, мы говорим про маму и всякое такое, она-то обломалась, собственно, на том, что когда сменилась власть, оказалось, что она не своя. Она-то думала, что она своя, и что она со всеми друг, и что у нее здесь есть настоящие друзья. Они, конечно, были настоящие друзья, да. Вот. Но своим человеком она все равно не была. И это для нее был страшный дар. И я не повторяю ее ошибок. Я знаю, что я здесь чужой человек, друг, но чужой человек. Но ты считаешь, что без этого нельзя? То есть сохранение литовской культуры в закрытости? То есть, если вдруг литовец станет открытым... Это даже не обсуждается, он не может стать открытым. Он не может. Это все равно, как еврею сказать, сиди на месте, не рыпайся никуда. Вот. Это то же самое абсолютно. Сказать литовцу, откройся, как, куда, чем, я тут, что случилось? Ну, откройся, ну куда еще открываться? Все, открылся уже, поздоровался, улыбнулся, бутерброды. Вот хозяин вот этого заведения чисто литовец, я вам скажу. Жильвенес, это прекрасно. Он умеет. Есть, есть изумительные, изумительные есть травмированные в детстве, есть, которые умеют открыть. Есть Йонинас, есть прекрасные вообще люди, мои друзья. Список приложений. Единственный абсолютно открытый для меня литовец, это самый, что на ней есть волк, то есть мой любимый Потацкас, которого я сейчас не, ну, не Альбернес. Я хочу еще Потацкас, это самое, потому что я очень хочу. Еще перебольше. Да, я прочту пару стишков, можно. У меня всегда. Томас говорил дольше в три раза. А да? Уже брат. А я что, не брат? Значит, я некоторое время буду читать, малое время. Я всегда к ярмарке привожу какую-нибудь книжку. А в этот раз я думала, что у меня будет две книжки. Элена и мой же собственный Потацкас, малый божественный номер два, которую я за три месяца с восторгом перевела 84 стишка. Но я не успела ни с той книжкой, ни с этой. А с одной не по своей вине, с другой тоже не по своей вине. То есть эта книжка уже напечатана сам издатом в Москве. В количестве 100 или 200 экземпляров. Я ее обязательно привезу через несколько дней. Я прочитаю пару стихотворений, которые имеют непосредственную связь с нашей темой.
Про волков и медведей? Про волков, медведей, русских, литовцев. Про евреев не буду читать, потому что это неприлично. Так мы же в еврейской библиотеке. Ну вот о чем я речь. Да, значит, собственно говоря, ну, Божественная Кола, их пять, такой пятикнижие. И оно все написано, почти все пятистопными ямбами. И это такой один сплошной текст, но разделенный на отдельные стихотворения. Вот пару буквально, пару-тройку маленьких стишков. Я строгаю. Или по-литовски не буду читать, сразу по-русски. Весенние радости посвящается ООО СВ Ежесть. СВ точка Ежесть. ШВ. Вновь процвело античное обрецание, военная риторика гремит, и строгой красной линии мерцание границу неприступную хранит. Мели Емеля свежий фарш, немало там фарса, сала, кала, крови, лжи, отдельно целлюлоза от металла, снесем на свалку, как всегда, свежи, чтобы свекла уродилась густо, на завтрак сварганить винегрет, а на обед щи из капусты, и средний пол на палочку надет. Гудит от барабанов, солдафонов, весь город и окрестные поля. Зачем на свалке бабла вагоны, когда свинина в брюхе, как земля? Ветра ли сеял, бурей унесенный, путина поднимается в реке? Уже не щемит сердце поросенок? Щемит, конечно, но оферта кем? Причем же поросенок по-литовски совершенно с другой буквы. С какой буквы? Причем-то тут не все должно быть. С и я. Тут не все должно быть. Тут не все должно быть с букв. И еще парочку буквально. Парочка была. Одно как два. Экзамены. А русские исчезнут, как это русские. Ундинами русалки станут все. Козланы развоняются моллюски, лишь только соль почуют на хвосте. Издалека русалка рыбой пахнет. Селитрой адской серую козлы, а серый волк лесу степную трахнет. Так тихо, что собаки, как ни злы, не лают. Жжет на балалайке лайка, енота буками пугают сны, а ты пока экзамены сдавай-ка, и так до самого конца весны. И, наконец, я хорошее прочитаю. Это было не очень хорошее. Последнее, вы поймете почему. Называется «Всех краше». Всех стран на свете и милее, и краше, в преданиях прославлена Литва. Теперь, когда так падают продажи, пишу я про нее свои слова. В узорах шитых, в крашеных шиншиллах, в русалочьей косе блестит красой. Никто купить поэзию не в силах, не ездит в куртке кожаных таксо. У кризиса ни купли, ни продажи, нельзя приватизировать низги. Подсчитывай убытки и покражи, авось элиминируешь долги. А ветер в роще свищет, завывает, гоняет прошлогоднюю листву. Лесник с урядником квасок хлебает, торгуются, деля мою Литву. Спасибо. Привезу книжечку через несколько дней с обложечкой, красивая обложка, с картиночкой. А Елену Висайте ты тоже сама выпускаешь? Нет, Елена должна выпустить издательство, но нам тянут грантом, и поэтому нам не на что ее напечатать. Просто тупо не на что. У меня тут представим книжку Елены Висайте про по-русски, потому что она литовский. Будем счастливы. Только деньги, давайте напечатаем. Будет, конечно, я хотела сказать, что у нас сейчас, может, я кого-то не вижу. Есть один автор. Среди нас присутствует один автор, и его переводчик. Переводчик очень известный в Москве. Это Александра Василькова, Саша Василькова, да. Которая вообще-то известна как переводчик с французского, и известна Александру Яковлевичу прекрасно. Именно как переводчик с французского. И каково же было удивление Александра Яковлевича, что оказалось, что Саша переводчик из литовского. Да. Саша здесь перевела
трех авторах, одного я забыла, потому что это перевод перешел из журнала 15-го года. Гедру Радвиловичутя, которую Саша очень любит, и выпустила бы книгу, было бы где. Но еще Саша перевела письма Йонаса Мякаса, который как-то вот не успели мы его напечатать, какого не стало. В прошлом номере то же самое случилось с Никой Нелюнасом. Да, вообще опасно печатать. Но есть автор, которого мы взяли именно за то, и его предложила именно Саша Василькова, Марка Зингерис, которого мы взяли в номер за то, что он описывает довоенный Каунас. То есть вот этот межвоенный Каунас. И он должен был в номере. Знаете, Маркес, он должен был в номере сидеть рядом с Юргисом Савицкисом, который писал практически о том же самом, но еще в 30 каком-то году. Но потом мы очень долго крутили прозу, вот эту вот краткий сборник прозы. И в результате Марка Зингерис и Юргис Савицкис расползлись в разные стороны. Осталось, мне пришлось ставить статью. Просто рядом, когда ставишь рассказы, они должны... Вот какая-то есть такой вот замечательный редактор Таня Ильинская и замечательный редактор всего этого журнала Тамара Казавчинская. Их крутили, чтобы из них составился получше букет. Представляете, так раскрутили, что уже моя мысль, что сначала стоит Марка Зингерис, потом стоит Савицкий. Савицкий объявляем, что он из той Литвы. В результате получилось по-другому, они все сплелись. Да? И... это как-то вот так вот проходит незамеченно. Вообще, мне очень жалко вот этого букета прозы, который мы так старательно делали, потому что из-за романа Юны Щитина, который был главное такое внимание, да, он спрятан, да, и документального раздела, да, у нас осталось мало внимания от замечательных авторов, некоторые из них, например, Калиновская, которую переводила Тамара Перунова, и Говялиса, ой, не Говялиса, господи, Грановская назвала Говялисом, извините. Я вставила именно из-за того, что в прошлом номере они очень понравились. И поэтому я их взяла и в этот. Понравился еще Кондратас, но я слежу, как бы, какие отзывы бывают. Но Кондратаса, брат мой, благодаря иностранке, выпустил целый роман «Жальчер Вильксенес», «Взгляд змея». Был выпущен в Петербурге после того номера иностранки. Любой автор, попавший сюда, он становится известен русскому читателю, и тем проще издать книгу, как правильно говорил Александр Яковлевич. Что потом уже можно говорить о том, что этого можно автора издать. Я прошу Александру Василькову рассказать, что ей понравилось в работе над этим номером и вообще что-нибудь. Мне больше всего понравилось, что Сашу включили в лонг-лист именно за перевод Мякаса, да? Да. И за перевод... Лонг-лист мастера. Мастера, да. Мастера в прошлом году получила... Ты в прошлом получила, Аня? В прошлом. Да. В прошлом получила Аня Герасимова. Я бы еще раз рада. За книжку Томаса Ленинга. Да, я думаю, что теперь переводчики литовской литературы должны входить в каждый лонг-лист. Правильно? И все номера журнала должны быть посвящены литовской литературе. Да, мы с вами говорили, что все будет 11 литовской, а один не литовской. Один не литовской. Я хочу обратить внимание публики на один факт. Мало того, что вы брат и сестра, а я вас знаю с молодых ногтей, там, да, 17 лет, да? А вот с Сашей мы знакомы с 5 лет или 7. Ну, как-то так. Мы в одной песочнице выросли, а потом совершенно случайно увиделись в Вильнюсе. И именно Саша рассказала мне, что на самом деле сейчас очень опять можно переводить литовскую литературу. Это прям поразительно. То есть я даже не думала о том, что меня обратно втянут в грязный труд. Так и брат, вот мы с братом выступали в библиотеке Мажвитеса, вдруг он сказал, никакой я не переводчик. Это она и на меня пальцем показала, меня в это втянуло. Да, и тут потому что нигде не печатали. Были такие переводчики, которые много переводили. Не буду называть имен. И, значит, это 90-е, были такие советского времени, вот Чапаев, Свергилиус, там Герасимов, Залецкий, можно сказать. Но они ушли кто куда. Одни в политику, другие там в огород.
И те же самые. И, значит, что же я говорю-то? Ну, ты хочешь, чтобы сейчас никто не печатал? Да. В 90-х, да. И потом эти литовцы-диверсанты тоже, их просили, сохраняйте там эту связь-то. Вильн журнал выходил. Да. Они быстро как-то там что-то схимичили, и он стал только по-английски выходить. Это называется литовский юмор. А он как мы делали, а теперь не нужно. А в 19-м году всю ситуацию спас Александр Яковлевич. Единственное дядя. Было еще издательство «Лимбах», которое то есть есть. Которые немножко издавали литовские книги. Прекрасно. Потом появилась иностранка, и появилось как бы такое чувство, что ну литовцам да, надо вот, вообще надо брать. Это же прекрасно. Это же счастье. Сашенька, пожалуйста, пару слов о вашем участии в журнале. Больше мне нравится, что в этом журнале, как и в прошлом, было три совершенно разных автора. Что там опять была Гедра Звездёт, которую я бы просто в каждый номер куда-нибудь подстраивала. Не очень надеюсь, что выйдет книга, потому что почему-то считается, что люди не любят читать рассказы. Люди любят читать рассказы, но откуда-то есть мнение, что люди их не любят. Что они любят большие толстые романы. Наоборот. Тут, по-моему, тоже. Там мы не любим. Но журнал их точно любит. Правильно? Романы, конечно. Романы? Ну, романы. А в журнале красочно много рассказов. У нас много рассказов, но толстый литературный журнал в принципе идет всегда против течения. Если вы придете в книжный магазин, то вы увидите, что большинство людей листают романы. А сборники рассказов почти не продаются. Почему издатель не выпускает сборники рассказов? Потому что они плохо расходятся. Это же обычная история. А мы как раз рассказы печатаем, потому что нам вместить большой роман, даже и великий, очень сложно. Книгораспространители предпочитают, чтобы мы не печатали один роман в нескольких номерах, что раньше делали. Поэтому нам надо уместить роман в одном номере. И это, как правило, очень-очень нелегко. Поэтому мы предпочитаем рассказы. Наши читатели, очень может быть, тоже предпочитают рассказы. Может быть, с нашей легкой руки, но, так сказать, читатель с улицы, читатель, который посещает большие книжные магазины, конечно, он первым делом хватается, берется за роман. Конечно. Там убедили в том, что он любит роман. По-моему, хороший рассказ, еще плохого романа, и наоборот. Плохой рассказ, лучше хорошего романа. Это очень мысль. Сильнейшая мысль. Да, Саша, пожалуйста, еще. Как ты... Вот ты мне сама дала Маркоса Зингериса. Факт. Потому что многое из того, что я делаю, это предложение переводчиков. Вот Тамара любит Калиновское этим. Да, например. Да. То есть многое предлагает переводчик. Там не так это была большая моя заслуга, потому что... Ты же сама его перевела в себе «Сибирь ящик». Я хотела, чтобы ты это... произнесла вслух. Да, но сборник мне просто вот в руки выдали на прошлом или позапрошлом семинаре. И я когда прочитала эти троллейбусные истории, вот же вот этот самый рассказ, прямо вот идеально то, что надо. Потому что такая энциклопедия калмыцкой жизни. Единственное, что мне было жалко, что нельзя на карту, если бы в каждой строчке там дать по примечанию, все бы наконец все поняли, чем бы как делать. Да, мне очень хочется в любой иностранке, чтобы снизу был подвал такой. И тут мы пишем, как бы, чтобы русский читатель наконец все понял хорошо. А приходится только некоторые имена делать сноски, потому что вот то, что по сути надо понимать, конечно, невозможно. Вообще должен быть подвал. Литовцы имеют в виду это и это. Вообще, кажется, сочетание французского и литовского – сочетание экзотического. Почему? Почему? Ну, Леонид Ильич тоже там. Леонид, который Томас перевел, тоже же там Париж и литовцы. Нет, ну Париж, литовский же. А вы что-нибудь сейчас переводите французское? Французское, да. Да? Да. А что? Детектив и книжку про Рембрандта – это совершенно страшно, потому что много голландских слов.
На Google есть. Да, но не так рады. Примечания страшные. И про Мякоса, пожалуйста, некоторые этот самый, значит, очень красиво мне, когда я его читала, очень радовалась. Хочешь, прочитай маленький кусочек? А тут нет того кусочка, который больше всего полюбила. Ну, сначала планировалось три, да, письма, да, потом становилось все больше и больше, и потом в какой-то момент хотелось бы, конечно, уже все перевести, но тем более, что там такие разные, там есть и Соколовского, и там часть, кто не читал, там часть современно, для него он пишет, то, что вспоминает, но из сегодняшнего дня. Часть там была старых дневниковых записей конца 40-х, вот, начала там американской жизни, совершенно с другой интонацией, просто совершенно другой язык. И вот то письмо, которое уже сюда не вошло, я больше всего полюбила, потому что в двух словах объяснил то, что я никак не могла объяснить, это все время со всеми ругаюсь из-за двух вещей, из-за когда как хотят что-нибудь плохое сказать, говорят, или средневековье, или язычество. Вот. Очень долго я никак не могла объяснить, почему на самом деле ничего такого плохого в язычестве нет, что они подразумевают. Вот. И пока я, ну, естественно, я там прочитала не только эти несколько писем, которые переводила, а все остальные, всю книжку, она маленькая, и там говорят литовцы язычники. Литовцы не язычники, литовцы пантеисты. Вот. И, в общем-то, мне хватило бы уже одной этой фразы, чтобы мягко уже полюбить на всю жизнь. Да. Да. А разница какова? Ну, язычник может поклоняться не только как бы. Пантеизм это же род язычества. Род. Но это очень узко, это природа тоже. Это твой волк, как вы это. Это ваш волк. Это мой ежик. Это мой ежик и твой волк. Да. Так. Я спасибо большое. Так. Тамара, я хотела, чтобы Тамара Тамара уже второй раз переводит Калиновскую, который замечательный писатель, очень мало продуктивный писатель, один из самых малопишущих в Литве, по-моему. Калиновская? Да. У нее третья книга, по-моему, только. Это четвертая. Четвертая уже? Я вот хотела представить, даже рекламу сделать литовской, литовскому прозаику Дануце Калиновскайте, сказать у нее пару слов. Значит, когда составляли первый номер в 15 году литовской литературы, нам помогал Институт литературы здесь в Вильнюсе. И, собственно, они предложили ее перевести, потому что они считают, что это самый талантливый прозаик. Мало того, она очень немного пишет, то есть она дебютировала в 67 году, а вторая ее книга вышла в 2006 году. Ну, такой большой перерыв был, но она работала очень много редактором, издателем, она писала эссе. Ну, человек с очень... Она была в комиссии по литовскому языку, то есть человек, который прекрасно богатым, замечательным литовским языком. И когда у нее спрашивают о ее там, таланте, способности, она говорит, у меня это все из детства. У меня... Она сама из Каунаса, она говорит, вот. И мои родители говорили на прекрасном языке, а папа был прирожденный рассказчик. И вот она считается мастером короткого рассказа. Вот сейчас проходит, значит, книжная ярмарка, а в 16 году ее книга «Новелл», вот я ее специально принесла, она была выбрана книгой года. Это была книга года, и она мастер короткого рассказа и новеллист. И более того, я сейчас на литовском зачитаю, значит, она в 17 году получила национальную премию как мастер короткого рассказа. И, значит, отзвучал «Ужмажуй мянинес формус, колбос форму турингума». То есть она как раз признана. И, так сказать, еще один, так сказать, большой плюс, что она завершила свое творчество вот на данном этапе, она и стала старинные литовские сказки XIX века в своем пересказе. Это роскошная книга, которая...
которая вышла вот в конце 18-го года, была презентация. Так что о том, что она мастер. А как она переводится на русский? Как ты находишь этот язык? Да. Она, я сказала, что это самое интересное про Зайд. Значит, она издала 4 книги, и все 4 книги были премированы. Там Антан Савининаса премия была, премия Союза писателей, премия Института литературы. И вот эта последняя книга вот была книгой года, так скажем. Так что в защиту короткого рассказа, а почему она попала, собственно, в этот журнал, потому что этот новелла, который она о литовцах за границей. Но это образ современной Литвы и очень пронзительный рассказ. Спасибо большое, Тамара. Я хочу попросить Георгия Еремина одно слово сказать и сказать, что одно? У нас тут, да, с половиной, пожалуйста. Да. Можно даже почитать свои переводы. Георгий перевел у нас сейчас Бенеса Янущавичуса, это точно, и Рашу Козелёный. Да. Оказалось, вот сегодня я только узнала, что Георгий тоже сам выучил литовский язык. Да, вот как и Саша. Это у нас теперь все больше таких замечательных людей. Да, Георгий, что для вас вот этот вот номер, например, потому что вы мне рекомендовали еще каких-то... Да, мне на самом деле было очень приятно, когда Марина мне писала и спросила, что у меня есть. Вот. Дело в том, что какое-то время назад, пару лет назад, у меня возникла идея антологии современной литовской поэзии. Вот мы сегодня говорили о том, что русскому читателю практически неизвестно, что происходило в литовской литературе с 18-го года по 40-й. Погромче, можно погромче? Да. Но на самом деле то, что происходит в литовской литературе с 89-го по нынешние дни, тоже известно немного. И прежде всего это касается современной литовской поэзии. А как мы знаем, вот спасибо Анне, как она называет Литву королевством поэтов, если не ошибаюсь. Но это действительно так, потому что поэзия... Это, ну, на мой, конечно, субъективный взгляд, но это самая сильная сторона литовской литературы современной. Ну, что я могу сказать, вот когда меня спрашивают, а про что стихи, о чем книга? Мне... Я как издатель по совместительству часто сталкиваюсь с этим вопросом. Про любовь. Да. В номере опубликованы мои переводы стихотворений Бенеса Янушавичуса, Бенедиктаса Янушавичуса и Ауши Козелёной. Это замечательные и любимые мной литовские поэты современные. Они немножко разных поколений. Бенес 70-х годов рождения, Ауша второй половины 80-х, если мне память не изменяет. Это два разных и в то же время близких друг другу поэта, потому что они... Оба работают в такой, ну не знаю, как сказать, дадаистской манере, абориутской. Там немало иронии, какого-то нонсенса, сатиры, игры слов и прочее, прочее, прочее. Ну, опять же, сложно говорить о стихах. Я очень рекомендую, обязательно прочитайте. Также, ну, было приятно, что... В общем-то, я там как бы расположился между Осовским и Ефремовым, между признанными мэтрами перевода литовской поэзии. Собственно, что, если коротко, мы сегодня все тут как бы говорим о ближайших планах и рекламируем какие-то вещи. Я хочу сказать, что три автора, собственно, вот Бенес, Аушра и Геде Козлоускайте, которую как раз Георгий Ефремов переводил для этого номера, они примут участие в литературном фестивале в июле этого года, который мы с моими коллегами, которые где-то там тоже сидят, вон и машут рукой, который мы устраиваем в Калининграде. Это... Назовите меня тоже. Приезжайте. Я буду рядом, что я приезжаю. Ну, напишите, какая Аня там. Хорошо. Это как бы мы, это будет первый дело. Рядом совсем. Хорошо, хорошо. Я пытаюсь, у нас же тут время.
международный фестиваль. Литва будет почетным гостем этого нашего первого пилотного фестиваля. Это первый калининградский фестиваль, да? Ну, это не первый калининградский фестиваль, но вот как бы первый, который устраиваем мы. Вот. И будут четыре автора из Литвы, и, собственно, кроме тех, кого я назвал, примет участие еще Витаутас Станкус. Вот. И примут четыре, как мы планируем, автора, потому что не скажу российских, потому что кто-то живет в Дании и пишет на русском, русских авторов, скажем так. Вот. И более того, собственно, вот этот номер, моя публикация в нем вернула мне вдохновение, и как бы вернула, ну, потому что спустя годы я понял, что это кому-то интересно, кроме каких-то подписчиков в Фейсбуке и близких людей, современная литовская поэзия. И я возобновил работу над антологией, вот, собственно, о которой я сказал, и я думаю, что, ну, может быть, через год, уже после фестиваля, мы эту штуку сделаем. Я вот как раз сегодня, завтра, послезавтра с ребятами встречаюсь, обсуждаем, отбираем. Ну, так что... Благодарите Аню, которая дала мне ваши координаты. Так что мы все тут совершенно... Мне кажется, это, нет, это был Бенос. Это Бенос все? Это Бенос. Ты дала мне Бенос, а Бенос дал мне Бенос. Я вообще рекламирую. Вот как делается номер. А теперь, пожалуйста, задавайте вопросы, потому что мы вышли немножко из берегов, хотя и опоздали. Есть ли вопросы у публики? Публика, есть ли у вас вопросы? Хотите ли вы что-нибудь спросить? Вообще-то Сайлуга интересуется ли этой вашей работой? Проявила ли это какой-то интерес? Союз писателей. Очень дружим союз писателей. В прошлом раз дружили больше, потому что сейчас он временный председатель, но мы очень дружили с Антанасом Йонинасом. Вы понимаете, я вам могу сказать так. Было огромное внимание к нашей, к литовскому номеру, да, который мы придумали, не поверите, в 2013 году. Мы его готовили 2 года. Но в России случились всякие события, и в Литве интерес к нашему номеру как был такой большой. Так он стремительно. Он не то, что... С одной стороны, мне стало легче. Например, писатели уже не очень хотели участвовать в номере. Потому что непонятно было, как трактовать то, что их будут печатать в Москве, возле Кремля, как известно. На самом деле, возле метро аэропорт. Сейчас, я не знаю, по-моему, нету никакого напряжения, я его, во всяком случае, не чувствую. Да, потом, понимаете, Литва проявляет огромное внимание, как Александр Яковлевич говорил. Институт литовской литературы, который занимается распространением литовской культуры в мире, уже 2-й раз финансирует, вот, например, всем переводчикам номера платит именно Институт литовской культуры. Но в прошлом номере мог заплатить и авторам, вот разница, например, а в этом нет. И все авторы, благородные, как Марта Зингерис, дали нам такую бумажку, что они не хотят денег. Да. Другого выхода не было, потому что ни у журнала иностранной литературы, который может заплатить в русских рублях, не скажу сколько. Не надо. Да. Ни у Литвы на этот проект денег нет. Я слишком дорожу атмосферой зала. Правильно. Поэтому вот сейчас вышло так. Спасибо авторам, но в принципе это, конечно, реклама очень большая. Поэтому авторам это, конечно, хорошо. Но в прошлый раз мы могли тогда платить, потому что тогда было, ведь не поверите, но какой-то, допустим, 14 или 15 год, я сама видела своими глазами, что он должен был быть годом дружбы Россия-Литва. Вы не помните? Это было в 13 году в начале, было написано. Это было в проектах Министерства культуры Литвы. И мы это увидели, ужасно обрадовались, что как мы попадаем с этим номером, и как бы замечательно, мы все попали. Поэтому союз писателей Литвы, ну, любому литовскому писателю, по-моему, очень приятно быть опубликованным по-русски, потому что, конечно, очень много читателей. Знаете, сколько подходит писатель, говорят, переведите меня, пожалуйста. Да, вот в случае я хотел спросить, повторите, пожалуйста, для публики, может быть, будет интересно, как читал у меня рассказали о распространении этого номера и как он развивался. А, да, номера не осталось вообще сразу. Я могу сказать, вот это вот на очень хорошо, видели бумагу.
Ну да, на этой супер белой бумаге вы сейчас получаете номер, а на самом деле иностранка всегда издается на такой желтенькой приятной. Оно полегче будет. Это да, да. А, но это вот. Допечатка. Так, но это допечатка. Это допечатка на 300 номеров, потому что все 3000 вылетели. 350. Все 3000 вылетели моментально, и до того они улетели, что когда мы привезли на презентацию в Санкт-Петербурге, во-первых, у меня украли два номера с колен. Вы представляете, я вижу автора, переводчика, и кладу два номера на колени. Прошло, Мария, а тут я продаю эти... Мария, прошло уже много времени, я должен признаться, это был я. На самом деле, они... моментально совершенно разлетели. В следующий раз когда я вернулась в Москву и сказала, я еду в Вильнюс и хочу авторам, вот тем, кто живет в Вильнюсе, вот Тамара, например, хочу привести номера, вдруг редакция всполошилась и сказала, ой, а мы думали, что те, которые вы взяли для того, чтобы продавать это в Петербурге, платили, да, что это, что там и авторские. А я честно вам скажу, у меня ни одного номера не осталось. Ну так я вам выдам, я что-то плохая, что-то. И так он стал за просто одну секунду, он стал опять библиографической редкостью. И как и прошлый номер, пришлось допечатывать. Прошлый тоже надо было допечатать. Как это понимать, я сама не знаю. Вот почему такой интерес именно к литовской литературе, это для меня большая загадка. Хорошая литература. Бывают потрясающие номера иностранной литературы, о Шекспире, например, о русской революции. Нет, надо. Но не так, как этот. Это что-то нездоровое. Я вот в дополнение к сказанному Марии хочу сказать, во-первых, по поводу того, что происходит вокруг. Сегодня как раз мы разговаривали с Сарушкой, и она задала мне вопрос, на который я не нашел, что ответить. Она спросила, а вот не опасно ли в России сейчас вообще... издавать литовскую поэзию. Заниматься литовской поэзией. Вот, на самом деле вопрос не праздный, потому что вот у нас в области была неприятная ситуация, опять же, когда люди занимались как-то в частном порядке литовским языком, и потом их стали об этом спрашивать люди. Вот, погода? Да. Дескать, чем это вы тут занимаетесь? Зачем вы учите? Ну тут написано, понимаете, иностранная литература, это очень хорошо охраняет. Да, это охраняет, и как вы видите, вышло уже два номера, значит, литовская литература, литовской поэзией заниматься не опасно. Ну, по крайней мере, пока. А второе, вот на самом деле сегодня были сказаны слова, что вот да, выходит немецкий номер, скандинавский номер, выходит литовский номер. Как-то. Несколько лет назад, просто как мы выпустили книжку Юрия Иванускайте «Двухтомниковое стихотворение», на одном мероприятии в Петербурге одна из коллег, когда я там посетовал на то, что в России продажи не очень хорошие, как бы люди не знают, одна из коллег сказала, что, дескать, ну вот, есть же большая литература, есть малая литература. И я как-то, да как это возможно? Литовская литература малая, я решительно не согласен с подобной формулировкой. И, в общем-то, уже второй номер за 3 года, да, лишь подтверждает эти слова. Вы знаете что, ну я могу ответить на вопрос Марии и ваш. Вообще никакой особой загадки тут нет. Почему с таким интересом читатель обратился к литовскому номеру? Помните еще советский тезис «Реклама – двигатель торговли»? Дело в том, что Институт литовской культуры и посольство Литовской республики в России и консульство в Петербурге, ну и, конечно же, Мария, и, конечно же, Рута, очень много сил потратили, ну и мы тоже, много сил потратили на то, чтобы про этот номер знало как можно больше людей. Действительно, было очень много презентаций. Я, честно говоря, не припомню, чтобы было такое количество презентаций, как в этот раз. Поэтому, ну, обычно вот эти презентации, они могут показаться нелепыми, ненужными, а между тем они очень помогают распространять журналы. Это одна причина. Вторая причина, о которой я уже сказал, по крайней мере, это касается этого номера, это литовская литература,
которая действительно под покровом, она неизвестна. Потому что про литовскую литературу в советское время знали, ее читали, но это были, так сказать, советские и литовские авторы. А что происходило в 20-е и 40-е годы, совершенно неизвестно ни про жизнь литовцев, ни, соответственно, про их литературу. И, конечно, тут возникает не только чисто литературный, но, я бы сказал, этнографический интерес. Вот. А у меня, то, если разрешите, есть вопрос, так сказать, к аудитории. Здесь сидит очень много людей, которые знают литовскую литературу не в пример лучше, чем ну, я, например, и те, кто, многие из тех, кто делал этот журнал в Москве. Вот скажите, вы посмотрели, я надеюсь, многие из вас посмотрели этот номер, есть ли среди тех авторов, которых вы назвали, какие-то, которые с вашей точки зрения можно было бы не включать. И наоборот. Есть ли какие-то авторы, которых надо было включить, а мы не включили? Да. Вот это очень интересно. Я думаю, что Марии, при том, что номер действительно с нашей точки зрения составлен очень удачно, наверняка есть какие-то авторы, про которых мы не то чтобы забыли, но почему-то предпочли им других. Вот очень интересно, если бы кто-то про это сказал несколько. Возможно, поэта Радаускаса надо было бы включить. Радаускас был в прошлом номере, он любимец Анины, она выпустила книгу. И поэтому в иностранной литературе еще один такой вот этот, вот я говорила, «Железные башмаки». Не должно быть напечатанного. Нельзя печатать второй раз. И вы пускаете. Немножко, да, это многие говорили, между прочим, и Саша хотела переводить, по-моему, ты же хотела Юлгу переводить. Сделаем, наконец. Да, сделайте. Ливановская. Габялис. Габялис переведен. Вы не поверите, Вильнюс Покерис, Габялис был в прошлом номере. Потому что мне вот Facebook принес тут белорусское издание, перевели на белорусский язык Покерис. Да. Нет, Покерис, он не издан. Он был переведен в 90-м году. Публикован в журнале, что уже исключает как бы его этот самый публикацию в иностранке. Но полностью сделан перевод Екатерины Леонидовны, за который даже переводчик получил деньги в 90-м году, но книга не вышла. «Богат» по-русски. Вот не поверите, она была у меня в руках. Корректура была, все, вот гранки, были гранки, издательские, те гранки, которые мне там родители просили перенести. Саша, у меня есть предложение для следующего номера. Раз идет речь и о поэзии, и о новеллистике, то как-то вот очень быстро все забывается, уходит в прошлое. И один из таких авторов, моих один из самых любимых, невзирая на то, что он, конечно, был хорошим моим приятелем, это Антанас Рамонос. Его нет в живых, да? Он умер в 93-м году, но его новеллы, на мой взгляд, блестящие. Даже не только новеллы, а короткие повести. Допустим, «Микелис» — это предсмертная его повесть. А на русский язык не переводились? Нет, он не переводился. Даже стихи в прозе, раз уже идет речь о и поэзии, и новеллистике, которые могут быть печататься в журналах. Спасибо. Ну вот видите, есть интересное предложение. Теперь остается еще найти какого-нибудь переводчика, который был. Я бы с удовольствием его переводил. Очень люблю Рамонос. Ну давайте. Да, и «Бальди Прейсус Вассерос Диарисис». Кто такой? Его произведение одно из лучших, «Бальди Прейсус Вассерос Диарисис». Вот я его читала. Я читала даже для прошлого номера. Мне кажется, красиво, хорошо. И как-то он, да, он был бы, да. Это спасибо большое, потому что он был в прошлый раз, сейчас почему-то его не вытащила. Из поэтов Кайокас, по-моему, платялись меньше в переводе, я не знаю. Не, ну мы не будем ждать следующего специального литовского номера. Да, может сейчас пройти довольно много времени, но эти рассказы можно представить в любом другом номере. Присылайте, мы с удовольствием. И при этом их оплатит Институт литовской культуры. Ну, скажем спасибо.
Так что вполне мы теперь, печатаем литовских авторов в регулярном номере. Вполне. Бывают сборные номера, где авторы со всего мира. И вот там вот уже вот я сама давала вам эссе этого... Да, оно у нас стоит в резерве. Гиттиса Норвелоса. Очень долгое эссе. Да, эссе Гиттиса Норвелоса о Милоше. Очень, очень, очень подходящий русскому читателю, потому что все понятно. Человек родился там же, где Милош, и он переживает. И было как-то... То есть надо еще понимать, все время представлять себе читателя, который не знает... Ну, очень много объяснять надо. Вот. У вас есть мысль? Можно спросить про Марченоса? А почему Марченоса нет? Почему называется Марченоса? Марченос прекрасный. Он у меня в шорт-листах. Есть в шорт-листах. Да. А вот, потому что на самом деле, я же писала в прошлый раз, вы не представляете, эти колбасы просто Института литовской литературы и фольклора, которые мне давали на то, что я прочитала. Я сидела, обложившись книгами. Тебе давали колбасу? Мне давали колбасу, да, списки такие колбасой. Каких авторов я должна прочитать и из них составить вот эти вот букеты из авторов. Потому что тут загадка, что они рядом еще должны смотреться. Нет, ну действительно, в течение стольких лет литовские авторы были неизвестны русскому читателю, русскому любителю большой литературы, что понятно совершенно, что существует по меньшей мере еще столько же авторов из тех, которые не включены в этот номер, которые заслуживают это того, не чтобы... то слово, я все время чувствую себя виноватой перед авторами, и все время у меня крутятся в голове замечательные слова. Я поняла, вот с этим номером, все время боюсь, что меня спросят, почему этот, а не тот, и почему-то у меня вот... Как начались презентации, все время крутится в голове то, что можно произнести только в Вильнюсе. И шпур мергайте текст бросос. Это так меня дразнили. Кто понял, что это такое? Так меня дразнили в школе. Я в Вильнюсе была Марией единственной в поколении. Никто никогда не называл родившихся в 61-м году Марией. Поэтому меня называли Марите. Марите мергайте, это знаменитая комсомолка. Про нее великая поэтесса Соломея Нерис написала поэму про комсомолку, погибшую Марите Мергайте. И там была строчка «И шкур мергайте кебдрасос». Откуда у девушки столько смелости? Так вот, так меня дразнили в школе. За мной ходил кто-нибудь и говорил «Марите, Марите, и шкур мергайте кебдрасос». И вот сейчас вот это все время, поверьте, стучит в черепе, потому что я все время жду, когда мне скажут, как надо было-то на самом деле. Потому что я совсем не считаю, вот сейчас меня повела за собой Янущенко. Потому что я на самом деле вдруг увидела ее глазами русского читателя, который... Ну, это на самом деле интересно. Литовская девушка в 37-м году в Париже и ее чернокожий друг Морис. Это не столько... И хорошо написано. Это хорошая проза. Тем более, что такая да, ситуация не могла бы состояться да, в России. Да, и 37-й год. Русскую девушку в 30-е годы да. В Париже. И это огромное и, отличие Литвы от... Не как не бы, правильно. Да, что Владимир. В 37-м году понятно, где бы находилась эта русская девушка. Да. И поэтому вот это меня совершенно вот очаровало такой необычностью. И поэтому дальше уже номер как бы немножко он составлялся уже и под Янущенко. Да. Маша, можно я только перейти? Знаешь, вот Томаса, Ленцеву дразнили Томасом. Это вот из того куска, который я переводила. Это было настолько редкое имя для поколения. То есть прямо вообще ровно такая ситуация. Что его дразнили Томасом. Дразнить? Что? Пока вот его дразнили Томасом. Я забыла. Но это было редкое для поколения имя. Да, и, а у тебя, Томас, были в поколении Томаса? Были? Были, конечно. Много, были. Много, да. А Марии не было вообще. Да. Это было считалось деревенское имя Вильнюса. Совершенно точно. Сейчас трудно себя представить. Да, а? Ну, какая-нибудь даже не Унутия, а Пронутия. Ну, что это такое уже? А вот Марите, это было совершенно такое, вот эта тетя какая-то в провинции. Не Йоля была очень популярная. Да, конечно, были не Йоля, Донголя, Сауля. У нас поколение было именно такое. Мария, скажите, а вот роман «Янущенко» – это единственное ее произведение? Роман? Роман, да. Вы можете открыть, как он называется, этот «Е», там, где… «Эпавелгас». «Эпавелгас». Вы можете открыть «Эпавелгас»,
И почитать ее юморески. К моему огромному удивлению, когда я писала о ней статью, я стала читать там два сборника юморески, тоже 30-х годов. Филитоны юморески. Да, филитоны юморески. И вы не поверите, они актуально сейчас читаются. Язык, вот у нее этот язык, который брат все пытался поймать за хвост, он читается и сейчас. Это очень странное какое-то, это абсолютно недовоенная литература. Как сказала моя дочь, это написано в блогах вчера. Вот ее вот этот стиль, как будто это сейчас. Предвидение времени, как будто. Непонятно, ну, как это язык, как вот современный язык, но как Пушкин, он читается и сейчас. Радаускас свой очень современный язык. Да, Радаускас очень. А вот кого-то из межвоенных авторов читаешь, это уже устарело. Вот Солискас на грани. Да, я его взяла, потому что его очень хорошо перевела Далия Пшли, тоже в у нас все много переводчик. Нет, Далия я не вижу. Не будет. Потому что я ей номера должна отдать. Кстати, вот, например, из того, что могло бы быть и что украсило бы номер, любой номер, это комическая литература. Вот комической литературы здесь совсем нет. Но нету она сама не научится. Она считает, что это комическая. Нет, ну вот замечательная литература. Ну, творения Ярошевича, они вполне комические. Они ироничные. Анна, есть сложности перевода комической литературы? Наоборот, есть сложности перевода серьезной литературы. Я серьезно не могу. Без элемента смешного литературы для меня не существует. Нет, но мы говорили с тобой, Аня, что поскольку в литовской литературе нет традиции комического, то есть она гораздо... Получается, что между смешно для литовца, то для русского уже не очень смешно, потому что у русских огромное... Но русскому здорово, да, это правда. И поэтому задача Томаса в переводе «Инучителя», которая гораздо более смешная по-литовски, чем по-русски, она была очень сложной. Еще какие-нибудь мысли, или мы приступим уже к ужину? Можно спросить, окончено с вас есть еще? Еще раз. Кончено. А что у нас кончено с вас? Более того, «Лимбах» ведь... А, потому что в издательстве «Лимбах» вышла «Тула». «Тула». Да. Кроме «Тула»... Она есть... Конечно. Кунчинас подпортила то, что у нее есть огромный... Вспомнила. У нее есть огромный сайт, где очень много переводов его на русский. Вы знаете, это сразу получается, что это нельзя публиковать. Это не только где-то, но и в интернете тоже. Немного не по теме, но мне все-таки интересно, вас не удивляет, что на этой могучей ярмарке книг отсутствует отсек русской литературы вообще? Не по теме? Нет, конечно, не удивляет. А в каком смысле, которая выпущена в Литве? И польской нет, литературы. Так это же книги, которые выпущены... Нет, это понятно, я говорю, не по теме, я задала вопрос, как... Отсеки были, сейчас нет. И просто привозили из Москвы. Так я вам говорю, что после некоторых лет это и не будет, потому что отношений нет между странами. Ну, да, все, понятно. Что с культурой связано, оно тоже очень трудно. Да. Любое продвижение литовской культуры в Москве, оно совсем не опасно, не надо говорить, что это опасно, но оно тормозится. Можно это я правда? Скажу? Я да. скажу смешное. А у моей... Значит, а здесь русская? Мама была такая, для меня не так домашняя шутка. Значит, на каком-то собрании писательском записывала стенографистка, да, в Союз писателей. И потом это было опубликовано в литературной газете. И было написано там что-то в скобках. Это мнение нежелательно. На самом деле там было сказано, это мнение нежелательно. Так что с литовской литературой это мне не желательно. Спасибо вам большое за терпение, что вы пришли. И, пожалуйста, приступаем к помощи. Так, журналы я сажусь дальше. Мы все сняли, так с вашими подписями. Может быть, еще кто-то? Мы
если вот придем на Сёмочка. Да. Ну, всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо, что пришли.